Так, сегодня 26 июня. Что я вам хочу показать. Вот в этом месте у меня 3 года росла клубника Елизавета II. Ну вот 3 года я ждал, что она меня чем-то порадует. Но такой гадости я еще не ел. Более невкусной клубники, вернее, я еще не пробовал. Более некрасивой ягоды. В общем, я ее вырвал с корнем всю. Насыпал сюда новой земли с лесополосы. И вот у меня такой сорт есть. На сортоиспытание мне тут одна компания прислала. Но он у меня уже, правда, вернее, мне его уже таким передали. Он уже даже цветонос он пустил. Но сейчас я его попробую посадить. Это сорт Winter Star. Посмотрим, что он из себя покажет. Вообще, как он, что за ягода. И стоит ли его размножать, или может его будет ждать та же участь, что и Елизавету II. Так, ну для посадки, как обычно, что потребуется? Немножко осмокот коричневых удобрений. Сама рассада. Лейка садовая. Вода. Залили мы грядки водой. Сейчас она впиталась. Сейчас будем высаживать. Так, как я высаживаю, сейчас покажу. Так, в общем, вскрыл я пакет. В пакете находится 20 вот таких вот корешков, которые уже дают побеги, и уже даже цветоносы выкинули. Сейчас попробуем их посадить и посмотрим, вырастет ли из них что-нибудь или нет. Так, сейчас попробую одной рукой показать, как я сажаю. Короче, простой шпатель. 5-сантиметровый, с шпателем я всовываю, потом придерживаю немного другой рукой. Не получается. Так, в общем, хотел показать, не получается у меня одной рукой. В общем, вы поняли, давим вниз, и потом резко, оп, только шпатель, так, опускаем, потом оп, только и обрезали корешки. Перед тем, как вынуть шпатель, немножко его отодвинули и насыпали там щепотку этих удобрений. Все. Взяли вот так, заделали. Все. Растение посажено. Все, вот так. Высадим сейчас. Посмотрим, что за сорт. Если достойный, будем размножать. И пробовать ягоду. Ну все, всем до следующих видео, пока. Не забудьте сделать вот так под видео. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Будет много интересного еще.